Ребятки, привет-привет. Я хочу рассказать сегодня про один лайфхак. Что делать, когда тебе грустно, такая тревожность бывает внутренняя, знаете. Вот, я думаю, что все проходили это, и это просто простой трюк, как можно от этого избавиться. Вот. Что я делаю? Я беру и выписываю два списка просто у себя на телефоне в нотсах. Первый список называется «Тревожности», второй список называется «Радости». И прямо выкладываю, выгружая все из своей головы в оба списка. Там вот это тревожит, вот это, вот это, вот это, вот это. А вот это радует, вот это, вот это, вот это. И после этого, после вот этой простой техники, как-то вот становится очень спокойно. Классно себя чувствуешь. Короче, попробуйте, мне помогает. Много раз уже делал, у меня прямо есть по датам такие списки. И плохие вещи проходят, и хорошие всегда перевешивают. Поэтому как-то становится проще, комфортнее.